Дашка? Да. Всем привет. Всем привет. Сейчас мы зашли в магазин Депот. Да. Хотим что-то купить. Именно для завтрашней рыбалки. Кум там уже, я так понимаю, собрал все снасти. Костя закрывает кулечки. Сейчас идем покупаем мясо. С нас будет шашлык, а с него удочки. Так, как мы и говорили. Все-таки он свои обещания сдерживает. Все, идем скупаться. Кое-что там не получается, что-то. Да не, мы все равно сейчас будем скупаться. Костя никак не выяснит, что им делать. Дарин, поехали за мясом. Ага, да, поехали. Давай. Но пока что там скрипка. Ну, езжай. А, кстати, давай, наверное, сейчас зайдем за редиской. И вот Надя копошится, не может никак определиться, что делать с редькой. Она мне не нравится. Чем? Своим видом. Это нормальная вроде. Костя, а представляешь, что она, ну, не очень? Возьми, откуси, попробуй. Какие-то мягкие, не знаю, они тут нормальные. Что тебе все не нравится? Чем ты сегодня огорчена? Ты горчицу ела? Нет, просто все нет. Потому что от горчицы же огорчаются. И ходят огорченные. Сейчас скинуть. Страшно, да? Я отойду подальше. Потеряли где-то маму. Даш, ты видишь, где мама? Нет. Я не вижу. Тё, а где она? То меня, короче, теряли, а теперь маму потеряли. Я нашла еще редиску. С бурьяном, да? Но она какая-то красивая, смотри. Так да мне ладно. Цена отличается. А как ты думаешь, можно взять грибов и их пожарить побыстрее? Я думаю, что да, шампиньоны, в принципе, а есть, нарезают и сырыми в салат. Ну, мама. Серьезно? Можно есть сырыми, ну, то есть немного. Ну, ты хочешь шампиньоны? Ну, давай попробуем. Вон какие-то коричневые стрелы. Да нет, они какие-то стрёмные. Нет, не хочу. А, давай то эти. Почерите. Да, а, давай вот эти. А и это почерите. Или уже взять за подсолонок, чтобы ты не ходил, не важился. Так бы побольше можно выбрать. А на чем мы будем его жарить? Это на шампуре, оно же на шампуре. Расползаться. Хотя кума есть сетка. Наверное, сетка возьмем. Пускай еще берет сетку, да? Угу. Что одни грибы там жарить? Да попробуем, я никогда на костре их не жарил, кстати. Хочешь попробовать? Угу. Ну давай. Давай чуть-чуть. Смотрите, что есть. Капуста уже нарезанная. Покажи ближе, не видно. Прикольно. Да, люди смотрят, это не видно. Картошка уже даже порезанная. Да, и картошка. Мне вот это понравилось. А мне вот это. Или вот это. Короче, можно, чтобы салат не делать. Вот уже готовый капуста, даже, морковь. Даже лук. А, и лук порезанный. Уже порезанный. Перемешал за майонезом, за это, засыпал и все. Все для ваших вкуса. На, иди свесь это. Куда ты положил? Ну, просто тяжело. Слышишь, что? Надя такая маленькая, что все время где-то прячется. Слышишь, и перемещается быстро. Да. Я очень быстро перемещаюсь. Сейчас будем выбирать мясо. Дело в том, что я хочу какой-то взять, наверное, с переднего плечка. Ну, вот этот окорок. Но он будет посочнее. Ну, мне так кажется. Колбасы возьмем? Куриной? Куриной. Возьмем. Я, наверное, хочу скупатки. Немного скупатки. Ну, то есть, лапы. Ну, я раздаю. Ты хочешь скупатки или скупатки? Ну, лапы. Спасибо. Тарам-тарам. Так, купили мы лук, грибы, мясо, колбасу. Скрипку взяли. Значит, что нам осталось? Наверное, надо взять какие-то специи, минералку, сок,
ничего. Да и все. Ну и все. Пошли и... специи, кстати, сразу возьмем, они тут рядом. Специи рядом? Не, они где-то аж в начале. Нет, кстати, у нас дома есть, наверное. Хотя не, мы что-то возьмем. Пойдем, наверное, за кетчупом. Так, один берем сок. Ну что мы, делаем с водичкой? Берем водичку или наберем еще с колонки? Кстати, у нас хорошая вода есть в колонке. Посмотрим. Что, ты сладенькое хочешь? Ну, Жека говорил, что он купит водичку. Да? Ну, если Жека берет водичку, тогда пускай он покупает. Да не, он, кстати, у меня не очень. Пойдем. Кость, ты прирос возле него? Ну, хочешь, бери. Какой ты берешь? Ситро хочешь? Думаешь, как в детстве? Mm-hmm. Ну, давай, бери. Так и быть уже. Давай, сейчас попробуем. Да мы заплатим, успокойся. Видели выражение на лице? Да, Дарина. Ну как впечатление? Прям как в детстве. Прям как в детстве? Наверное, не сильно, да? Понятно. Ну, пойдем дальше. Ну все, мы уже скупились, в принципе, да? Можно идти на кассу. А, дрова надо, да? Да, на кассе дрова пойдем уже, берем дрова и все. Дарина тянет. Даш, тебе не тяжело? Нет? Нет. Смотри, сука, пёс нашел. Дешевые сердце. Для шашлыка? Да. Нет, так эконом, реально стоит 200 грн. Вот это его можно объесться, ложкой есть. Ложкой? Хорошо, я тебя возьму, ты будешь ложками кушать? Нет, спасибо. Я так образно. Я шучу, тоже. Так, Кость, салфетки взял? Да, надо выбираться с магазина, потому что мы уже зубную пасту там накупаем. Зубные щетки, салфетки. Все берем. Да, пошли на шашлык. Костя! Костя! Поставь на место, пожалуйста. Ой, капец. И погрязнули. Да, все. Слушай, нам точно тарелки не надо? Смотри, что я зашел. Костя, закрой. Че, ему можно, а мне нельзя, да? Шо Костя. Дрова иди бери. Господи, сумасшедший. Но зато мне не скучно. Совсем не скучно. Все, скупаемся мы уже на кассе. Да, еще надо несколько пакетов, наверное. Глянем, покажи, какой у нас был ячейка, какая 53 номер. Это я лол. Класс, вот это ты лол. Ну, а было самому положить. Вот. Кого? Меня туда да. положить было? Я бы не влезла. Он забыл, прикинь, Даш. Пакетик. Ну что, Даш, не поедешь с папой? Куда? Ну, за пакетом. Говорят, представь, я номерок дома забуду. Ты взял? Да. Это еще. Все, давай, жду. Костя, будем шашлык делать? Да. Костя тут так примостился, прикольно. Пока, пользуясь моментом, пока Даша делает уроки, Костя у нее выпросил планшет. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Кис. Дай спокойно посесть. Ну все, ладно. Ну не буду. Ну кушай. Ням-ням-ням. Приятно. Ну все, все, не издеваюсь. Сейчас мы все плачем. Горько плачет наш Костя, потому что он тер лук. Капец. Смотрите, я не обманываю. Я тоже плачу. Какой-то слезный шашлык. Капец, я в натуре плачу. А мне еще резать лук, потому что хочу котлеты делать, представляете? Так, шашлык у нас... замаринован. А я еще решила сделать котлетки. Такие вот рубленые.
Ням-ням. Просто с нетерпением жду, уже когда мы поедем на рыбалку. Пожарим там шашлыки. Короче, договорились с кумом на 6.